Глава вторая. Я повторяюсь, почему под руку попалась. Она очень характерна. Вначале колечится дерево. Колечится, оно теряет иммунитет. Это для новичков говорю. Для тех полмиллиона, которые, надеюсь, увидят это. А потом что сделает? Мой брат железо Юрий разрежет на части. Вот то, что мы говорили. Фильм. Вот это был глава 2, отдельный фильм. Пусть несколько страниц, несколько минут. Очень важно. Дерево, на котором мне отрезают ветки, опять женщина. Пожалуйста, я вас очень прошу, досмотрите до конца. Это мои доказательства. Фокус-камера, она создана не для этого, не для смеха, как там у Петра Первого вот такой вот член. Вот. Так вот, это создано для того, чтобы у нас отказаться от этих крайностей. Итак, дерево, на котором нет ран, морозобойное, оно справляется только так. Есть морозобойные, я говорю, не подходите к дереву. Никаких этих царапаний, никаких завазов, ничего. Вот, подробнее не хочу говорить. Так вот, не трогайте дерево, и тогда насекомый будет самый минимум, как вот положено ему. Положено из 100 листиков один съесть. Это нормально. Почему? Все должны кушать. Вот. Но не будет вот такого, что сотни этих ни в чем не виноватых насекомых уничтожено. Вначале дерево, а потом насекомых. Глупость несусветная. Есть потеря иммунитета. И только я уже... Это моя, один из моих постулатов. Ну почему меня не издают в больших количествах? Сами себя издали. Вот. И толку не будет от сотен книг. Вот. Деревья, которые искалечены, теряют иммунитет. И тогда только становятся желанными для насекомых. Только тогда. Две большие разницы. Не колечьте деревья. Поэтому глава 2 этого самой кунсткамеры. И еще добавляю. Вы знаете, что каждое для меня, каждое насекомое, пусть их миллион по вашему саду летает, а погибли всего 100 из миллиона. Так, каждый там из 10 тысяч. Но и для меня самое главное это то, что все насекомые являются опылителями. Ой, кандидат в кунсткамеру. Я ее уберу. Дело в том, что есть люди, которые созданы читать лекции, созданы нас вести вперед. Вот если бы она нормально бы с самого начала уже бы, может, это надо было в школе проходить. У дерева нет ни одного лишнего листочка, у дерева не должно быть ни одной искусственной раны. Естественно, рана заживает, опять где-нибудь там записывайте, может быть, это гранка. Вот. Или вот это, самое, господи, как тебе там, Поливкина. Вот. Запиши где-нибудь. Дерево не имеет ни одной листика, ни одной почки, ни одной ветки лишней. Все это заложено в геноме, все это заложено, это есть божественное творение. Если вы рана нанесена солнечным ожогом, морозом, вот, они заживают сами, к ним подходить нельзя. А раны, которые делает человек, не заживают. Хотите, я тебе это, Поливкина, сотню, тысячу фотографий. Я их сейчас коплю, потом будет, ой, что будет. Я ведь собираю еще несколько лет, пока я могу переломить ситуацию один, потому что до сих пор один воюю. Ну, несколько помощников. Вот. Только так могу переломить, если я буду выпускать каждый день вот эти фильмы, 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 чтобы взять количество. У него миллион просмотров, полтора, да? А мне нужно 1000 создать фильмов, и я их создам. И тогда тебе уже не будут писать благодарность, Поливкина, как у тебя забит этот самый благодарностями канал за то, что научила убивать. Вот. А главное это не это. Я жду, ты уже сделала первый шаг. В одном из своих комментариев я глазам не по... Ты написала, а критика моя была жесткая. Я тебя с уби... Ты же убийца деревьев. Вот. Подробнее не буду, но все самое главное убийца в стране. Вот. И ты вдруг написала, что есть альтернативное мнение, что деревья резать не надо. Естественно, подразумевался я, больше некому. А следующий будет шаг. Нет, уже вот это, там, ты уже заработала серебряника, много заработала.
У тебя просмотров скоро 2 миллиона. Убираешь ее. Это кино вообще. Идешь в сад и выпускаешь новое. Тебе для этого достаточно посмотреть несколько этих моих роликов. Все. И выпускай новое. А фамилия Поливкина известна. Тебе тут же, как ко мне, там все, 1000. А к тебе опять 1 000 000 прибежит. У тебя ангельский голос. Когда я слушал твой голос, когда ты призывала резать, у меня же такое желание было, где секатор, где секатор. Ты можешь позвать на костер, на подвиг, таким ангельским голосом. А ты куда? Мертвый сад зовешь? Знаешь, сколько людей это самое? Пожалуйста, убери. И вот тут кандидата. Я не написал номер 3, как других. Я написал кандидат. Еще не поздно. Я понимаю, какая не может убрать книгу, что написано пером, есть такое это. Ты не вырубишь топором. Все. Но ты-то можешь, одно нажатие кнопки, и нету той подлой, извиняюсь за выражение, той, ну, скажем так, мягко, неграмотной и смертельно опасной ролика того. Вот. Я еще, так как я уверен, в этот раз посмотрит. Вот видите, у нее на тот момент было 900 тысяч. Ну, это было давно уже, ой, сколько лет прошло. Вот. А она разместила, вот видите, это она, Поливкина, вот. Это я с экрана снял. Она, понимаете, в чем дело? Если они знают, что для того, я опять повторюсь чуть-чуть, если они знают, что белится, а в данном случае побелка уже заменена на покраску, это уже не побелка, вот, то она заменена для того, чтобы не было ран. А Поливкина это не знает. Она просто знает, положено белить, а за одним при этом еще и рекламировать, для чего же деньги платят, рекламировать ту же самую побелку-покраску. А она же смотрит, как это самое, на новые ворота. Посмотрите, огромная рана, огромная рана, огромная рана. И вот все тут рана. А если приглядеться еще вот эта рана, вот эта рана, вот эта, это все отрезано, отрезано, отрезано. Она уже искалечила дерево до предела, а зачем теперь его красить? Ведь покраска имеет отрицательные черты. Об этом ниже. Поэтому я отрицаю побелку в принципе. У меня не побелено ни одно дерево. До сих пор сад считается лучшим. В Сибири, а может, в России. Ну, по качеству плодов 100%. Но это мировые стандарты. Но им почему-то отсутствие побелки-то не мешает. Ни одно дерево не погибло из-за того, что я его не побелил. А вот если побелил, ой, что было бы. Я в Сибири живу. Побелка отбивает тепло. Понимаете? Мы для этого ходили в школу. Это, говорю, я всегда хвастаюсь собой, да. В данном случае я хвастаюсь, что я лучший ученик школы. Школа номер 7. Город Норильск. Ну, естественно, в том выпуске. Какой там год забыл? 67-й. Я лучший ученик. Кличка профессор. Но если я тогда смотрел на уроках физики, что черный цвет поглощает, и предмет нагревается, а белый цвет отталкивает лучи солнечные, и оно остается холодным. А, Поливкина? Ну, понятно, девчонка была там, о мальчиках мечтала в 9-10 классе. Ну, убедил, нет? Ну, пожалуйста, убирай чертовой матери. Вот. А вот еще, роль кожи в терморегуляции организма. Опыт проделанный. Я вынужден подробно. Почему? А кто мне должен верить? А вдруг Поливкина гениальный человек, вдруг у нее это, вдруг она доктор наук. Она, правда, не доктор и не наук. Ну, а нормальные люди-то думают, раз она пишет, значит, ей дано такое право. Опыт, проделанный двумя мужчинами, которых покрыли лаком, показал, что причина в нарушении терморегуляции организма. Еще пример. С тех пор до сих пор, я не первый раз про это читаю, в Милане состоялось праздничное шествие, которое возглавил золотой мальчик, олицетворение золотого века. Тело ребенка было покрыто золотой краской. Праздник удался, а мальчик был вскоре никому не нужен и был забыт. Всю ночь он провел в холодном замке, мерз. Вот, золотая краска, покрывавшая тело, вызвала резкое расширение сосудов кожи, от чего он потерял много тепла. Температура тела резко понизилась, мальчик заболел и погиб. Вот. Ну, мы сейчас говорим про деревья. Поверьте, деревья точно так же страдают от холода. Им зимой холодно, зимой. Нельзя красить их.
Вот интересно, что будет, когда она все это... Все-таки мы люди оба известны. Что будет, когда она это все это посмотрит? Неужели не схватится за голову? Неужели не поймет, что еще не поздно не попасть? Ведь когда Поливкина попадет в кунсткамеру, то она не будет Поливкина, а будет просто Поливкины, а за этим будет скрываться невежество дикое. То есть самое дикое будут называть Поливкиной. Заметь, потому что вред от нее малый. Что там книга? Ну и лекции. И то она, ну, она ошиблась в причине. Ну, не знает она, что деревья вот эти вот, которые, вот видите, вот это не, она не пришла. Но все равно она не знает, что вот эти вот, как бы ты тут ни белили, что оно уже потеряло морозостойкость градусов 10, самое малое. Вот из этих ран. Как это он не... Знаете, я не хотел опять долго говорить, а не получается. Была дискуссия. Кто из вас, ветераны, помнит эту газету «Сады Сибири» и «Фазенду»? Если найти, все есть, лежит в архиве. Там было так. Ученая дама, которая не понравилась, примерно такая же уровня, ученая, подчеркиваю, того же уровня, как в 100 раз грамотнее, чем это же Поливкина, но она нашла свой аргумент. Зимою, это еще не шутки. Видите, это клянусь, то есть я ничего не выдумываю. Это жизнь. Дама взялась защищать вот эту систему по уничтожению деревьев. Как? По ее словам, примерно, вот, когда-нибудь наткнусь случайно и покажу специально. Вот, что деревья, вот эти раны на штамбе, на скелетных ветках, раны на кольцо, они, по ее мнению, не влияют на морозостойкость и на то, что мороз туда якобы проникает, потому что, говорит, температура внутри, внимание, по ее словам, температура снаружи, вот скажем, на коже дерева, и внутри, там, где древесина, одинаковая. Вы знаете, какой она привела аргумент? Эх, жалко, наверное, уже нет живых те 70 тысяч подписчиков, которые ждали каждую мою статью 10 лет и следили за одним из таких. Тогда проще было, тогда были живые. Конечно, сказать такую глупость, но ведь было сказано, напечатано. Это то же самое, что если вдруг представить себе, что вы взяли шубу, вот, ну, скрутили ее так, вот так, и отнесли, положили на мороз, и она внутри будет иметь такую же температуру, как и снаружи. Я глупее в своей жизни довода не встречал. То есть можно делать раны, они не влияют. И это, вы понимаете? А вот взять, я призываю всегда к конструктивизму. Конструктивизм, назовем так. То есть 100 деревьев посадили, не потрогали. 100 деревьев посадили, побелили. 100 деревьев посадили, обрезали вот так, как здесь, и опять побелили. Всего 300 деревьев. Конечно, все косточки с одного дерева, все как эти, как инкубаторские близнецы, чтобы это. И выбрать потом, бывает, косточки слабо. Нет, посадить 500, но для эксперимента отобрать абсолютно одинаковых 300. И 100, 100, 100. Таких. Подождать, пусть 10 лет потеряю. Пусть 10 лет еще Поливкина это самое и прочее это. Но через 10 лет встать и сказать, эксперимент закончен. Железов не прав. Вот. Раны не влияют. Еще и лучше. Фу. Вот она. И я тогда написал. Наша кожа и кора дерева – это одно и то же. Я изучал, как устроена кора дерева, я изучал, как устроена кожа. И там дыхание кислород, и там 10% кислорода дышится. Вот. Защита от холода, мы съеживаемся. У коры устьица, вот. Испарение, устьица раскрывается. Мы покрываемся потом, который при этом, при потении, получается наоборот, остужает наше это. Ну, все одинаково. Все. Ну, разве? Ну, мы не красим же людей. Ну, вот попытка покрасить была. Вот видите?
Ну, покрасили. Ну, что получили? Мертвого ребенка. И мы ухудшаем жизнь миллионов деревьев. Ведь это же стало такой этой самой, такой, это же вся страна, миллионы, поверившие не мне, а им, берут, калечат деревья, а потом делят. Расход денег, расход это самое времени. Сколько времени? Ведь когда-то человек стареет, помните? Вот. Это ужас. А потом он уже не может эту работу делать. А потом, зачем он ее делал? У него сада нет. Я клянусь Богом, что я получил не сотни писем, тысячи горьких. Причем и жёг, у меня мешки стояли с письмами. Я печатался. Меня относились как к родному. Мне рассказывали, кто женился, там, сват, брат, там, это. Мне рассказывали, родился ребенок и кто там, это самое. Невестка там, сад не любит. Все рассказывали. И везде горечь, горечь. И наконец-то. Люди еще в те годы рассказывали, 30 тысяч, 40 тысяч потратили. Это как сейчас 100 тысяч или 200 тысяч. И все не молодые. Почему я столько так говорю эмоционально? Ну что мне делать? Ведь мне же не поверят все равно. Ведь не откажется же она от этого. Никто от этой же побелки дебильной.